Добрый день, уважаемые родители! Сегодня мы поговорим с вами о трех важных темах. Первое – это правила эффективного общения с детьми. Второе – негативные эмоции, которые проявляются и у нас также. И третье – это самостоятельность наших детей. Итак, правила эффективного общения родителей с детьми. Уверена, сейчас многие из вас могли подумать, ну что, я не знаю, как общаться с ребенком. Конечно, можете, но все-таки необходимо применять в общении определенные правила. Правило первое – это, слушая ребенка, дать ему понять и прочувствовать, что мы понимаем его состояние, его чувства, которые связаны с тем событием, о котором он вам рассказывает. Для этого надо просто выслушать ребенка, а затем своими словами повторить то, что он вам рассказал. И этим вы сразу убьете трех зайцев. Во-первых, ребенок убедится, что вы его слышите. Во-вторых, он сможет услышать самого себя как бы со стороны и лучше осознать свои чувства. И в-третьих, ребенок убедится, что вы его правильно поняли. Второе правило – это, слушая ребенка, следить за его мимикой и жестами и анализировать их. Ведь дети часто нас уверяют, что ничего не случилось, что у них все в порядке, но дрожащий подбородок или блестящие глаза говорят совсем о другом. Когда слова и мимика не совпадают, всегда отдавайте предпочтение мимике, выражению лица, позе, жестам и обязательно тону голоса ребенка. При правиле третьем необходимо поддерживать и подбадривать ребенка без слов. Улыбнитесь, обнимите, подмигните, потрепите по плечу, кивните головой и обязательно смотрите своему ребенку в глаза. А еще будет очень хорошо, если во время разговора вы возьмете его за руку. Необходимо следить за тем, каким тоном вы отвечаете на вопросы ребенка. Ваш тон говорит не менее ясно, чем ваши слова. Он не должен быть насмешливым, ведь у вас может и не быть готовых ответов на вопросы. Поощряя ребенка, поддерживайте разговор. Демонстрируйте вашу заинтересованность в том, что он вам рассказывает. Например, просто спросите, а что было дальше? Или расскажи мне об этом. Помните, эффективное общение – это не просто передача какой-то информации. Для эффективного общения важно уметь не только говорить, но еще уметь и слушать, слышать и понимать, о чем же говорит вам ваш собеседник. Я думаю, эти правила вы будете использовать, и они вам помогут более эффективно простроить общение с вашими детьми. А теперь мы с вами поговорим о негативных эмоциях и как научить ребенка владеть собой. Ведь все наше существование пронизано эмоциями, позитивными и негативными, а негативные эмоции приносят массу неудобств. Давайте попробуем научиться их преодолевать. Чтобы научиться справляться с гневом, существуют специальные методики и упражнения. И они не столь сложные, которые можно использовать дома, а самое главное, можно использовать и вам, уважаемые родители. Стройте вместе с ребенком рожицы. Перед зеркалом изображайте различные эмоции. Особо обратите внимание на мимику гневного человека. Нарисуйте вместе запрещающий знак «Стоп» и договоритесь, что как только ребенок почувствует, что начинает сильно сердиться, то сразу достанет этот знак и скажет вслух, а может быть про себя, «Стоп». И вы попробуете использовать такой знак для обуздания своего гнева. Использование данной методики, конечно же, требует тренировки в течение нескольких дней, чтобы этот навык закрепился. Учите ребенка и себя тоже выражать гнев в приемлемой форме. Объясните, что надо обязательно проговаривать все негативные ситуации с родителями или друзьями. И научите ребенка словесным формам выражения гнева и раздражения. Например, «Я расстроен, меня это обидело». А самое главное, предложите воспользоваться чудо-вещами для выплескивания негативных эмоций. Например, это чашка, в нее можно кричать, тазик или ванна с водой, в них можно швырять резиновые игрушки, листы бумаги или газеты, которые можно мять, рвать, силой кидать в стену, карандаши, которыми можно нарисовать неприятную ситуацию, а потом заштриховать и также смять этот рисунок, разорвать и выкинуть в мусорное ведро. Подушка, просто обыкновенная подушка, которую можно кидать, бить и пинать. Вот мягкие игрушки и куклы для этой цели не подойдут. Лучше всего использовать, конечно же, боксерскую грушу.
Также можно использовать средства быстрой разрядки. Если вы видите, что ребенок перевозбужден, на грани, то попросите его быстро побегать, попрыгать или спеть песенку. Или поиграйте в игру обзывалки. Но обзываться можно только названиями овощей или растений. И поверьте, настроение у ребенка сразу улучшится, гнев его пройдет, так как когда его обзовут ромашкой, одуванчиком, дыней или помидором. Учите ребенка управлять своими эмоциями. О чем же необходимо вам помнить, дорогие мои родители? Не спрашивайте с ребенка все и сразу. Ваши требования должны соответствовать уровню развития его навыков и познавательных способностей. Не забывайте, что такие важные и нужные качества, как прилежание, аккуратность, ответственность, не формируются сразу. Ребенок пока еще только учится управлять собой и организовывать свою деятельность. Каждый человек время от времени ошибается, и ребенок здесь тоже не исключение. Важно, чтобы он не боялся ошибок, а умел их исправить. Когда ребенок выполняет задание, старайтесь не вмешиваться во все, что он делает. Дайте ему возможность добиться выполнения задания самостоятельно. Ребенок должен содержать свои вещи и школьные принадлежности в полном порядке. Помните всегда о том, что хорошие манеры ребенка – это зеркало семейных отношений. И такие простые слова, как «спасибо», «извините», «можно ли мне», «обращение к взрослому на «вы» должны войти в речь ребенка еще до школы. Учите ребенка быть вежливым и спокойным в обращении и отношении к людям. Не пропустите первые трудности в обучении. Обращайте внимание на любые затруднения, особенно если последние становятся систематическими. Все проблемы с учебой, поведением и здоровьем гораздо проще решить в самом начале. Не закрывайте глаза на проблемы, они все равно никуда не уйдут сами. При чтении книг обязательно обсуждайте и пересказывайте прочитанное вместе с ребенком. Учите его ясно выражать свои мысли. Тогда у него в школе не будет проблем с устными ответами. Обязательно строго соблюдайте режим дня и прогулок. От этого зависит здоровье вашего ребенка, а значит и его способность лучше и проще усваивать учебный материал. Помните, что здоровье – это база для всего развития ребенка. Это количество его сил, которое он может потратить, не перенапрягаясь, а следовательно и без различных последствий. Не забывайте, что ребенок будет еще продолжать играть, и ничего в этом страшного нет. Наоборот, в игре ребенок тоже учится. Лучше поиграйте вместе с ним. Самое главное – ограничьте время нахождения вашего ребенка за телевизором и компьютером до 1 часа в день. Ведь мы, родители, ошибочно полагаем, что времяпрепровождение перед телевизором и за компьютером является отдыхом или разгрузкой после напряженного дня. В отличие от нас, взрослых, оба эти занятия действуют возбуждающе на неокрепшую нервную систему ребенка, а в свою очередь, провоцируя повышенную утомляемость, двигательную активность, перевозбуждение, раздражительность и многое другое. Помните всегда о том, что загонять эмоции внутрь, пытаться их скрывать очень вредно. Следствие таких действий – это заболевания сердца, неврозы, в старшем возрасте повышенное давление, а самое главное – это непонимание окружающих и вызывающая раздражительность, агрессивность, проблемы общения. Поэтому учите вашего ребенка и учитесь сами показывать эмоции, выплескивать их без вреда для окружающих, так как эмоциональная разрядка необходима для сохранения здоровья как физического, так и психического. А умение рассказать о своих проблемах поможет налаживать контакты с окружающими и понимать самого себя. А теперь мы поговорим с вами о самостоятельности наших деток. Ведь самостоятельность не рождается сама по себе, она воспитывается и развивается. Самостоятельность – качество сложное. Оно выражается в свободе от внешних влияний и принуждений. Поэтому в выработке самостоятельных навыков нужно доброжелательное терпение родителей, многократные повторения, поощрения, радость вместе с детьми, что уже хоть что-то стало получаться. И ни в коем случае никакого крика, раздражения, упреков. Когда вы срываетесь на крик, вы уничтожаете все результаты своего воспитания. Представьте сами, что вы делаете какую-нибудь работу впервые или недавно, а над душой кто-то стоит и все время раздражается, кричит, понукает вами.
Как вы себя будете чувствовать при этом? Ведь любой ребенок стремится к некоторому максимализму, а родители, как правило, ставят его в положение мальчика на побегушках. Принеси, подай, вылей, ополосни, закрой, сбегай. В таких условиях очень трудно стать самостоятельным. В какое-то время и как можно раньше надо переходить к передаче ребенку целостных функций. Убрать всю комнату, приготовить какой-нибудь завтрак, подготовить к выходу в детский сад, например, младшего брата или сестренка, или подготовить самого себя к выходу в школу. Что же нам нужно делать для того, чтобы наши дети научились осмысленно принимать решения и отвечать за последствия своих действий? Поверьте, ничего в этом сложного нет. Мы должны показывать ребенку те возможности, которые у него есть в той или иной ситуации, и давать ему право самому выбирать, как поступить. При этом обязательно стоит обсуждать с ним последствия, которые могут привести его действия. Например, ты хочешь разобрать машинку? Ладно, она твоя. Ты можешь делать с ней что хочешь, но только учти, что потом она не сможет собраться, и ты окажешься без машинки. Решай сам. Когда ребенок сам может решать, когда он будет убираться или заниматься, как распределить на несколько дней вкусный десерт или куда пойти гулять, он должен это все-таки делать сам. Но вы должны оговорить с ним крайний срок, не позже которого ему это надо сделать. Конечно, его выбор не всегда окажется лучшим, и временами он будет совершать ошибки. В таких случаях необходимо обсудить с ребенком, почему его действие привело к плачевным результатам. И как же ему стоит поступать в будущем? Иначе, если мы всегда будем решать за ребенка и лишим его права на ошибку, он не научится принимать осмысленного решения, а будет либо подчиняться окружающим, либо действовать импульсивно. Если мы хотим, чтобы ребенок выучил стихотворение, не стоит требовать от него, чтобы он отложил все свои дела и принялся учить его прямо сейчас. Будем гораздо лучше, если мы ему предложим. Давай решим, когда мы с тобой будем учить стих. Тогда ребенок сам будет стремиться выполнить принятое решение, поскольку будет ощущать его как свое. Ребенку необходимо учиться самостоятельно принимать решения не только в повседневной жизни, но и во время игры. Прежде всего, это относится к сюжетно-ролевым играм и к играм с правилами. Это настольные игры, ну и, конечно же, подвижные. Игра – это своеобразное пространство свободных действий, где можно опробовать самые разные варианты своего поведения. Поэтому, чем чаще играет ребенок в такие игры, тем больше его опыт самостоятельных действий, и тем легче ему будет учиться действовать самостоятельно в реальной жизни. Привычка к определенному режиму, включающему в себя все основные дела дня, организует жизнь малыша и позволяет ему к концу дошкольного возраста и даже младшего начать учиться планировать свое время. Если же режим дня отсутствует, то маме, папе или бабушке приходится постоянно тратить силу на организацию ребенка, постоянно стоять над ним и требовать, чтобы он выполнял то или иное действие. Поэтому, дорогие родители, больше доверия, больше самостоятельности и поощрения. Ребенок должен чувствовать, что все не понарошку, что его работа действительно кому-то нужна и приносит пользу. Тогда, выполняя работу многократно, он овладеет устойчивыми навыками этой деятельности и будет хотеть заниматься ею самостоятельно. Надеюсь, моя информация вам пригодится. Желаю вам удачи в воспитании своих детей и до новых встреч. Всего доброго!